Приветствую. Вот он бубен. Для своего размера небольшого он достаточно очень классно получился. Если на свет. Вот, но тяжело шел бубен. Не знаю почему. Вообще редко такое бывает, но вот этот шел достаточно тяжело. И я человек честный, я всегда говорю о всех недостатках. Вот. По звуку это звучание бубен, он вообще просто очень великолепен. Из недостатков то, что при высыхании жил, они натянулись неравномерно, и вот отсюда, и здесь, вот здесь разница в сантиметр. То есть от этого края, вот от этого края до этого получается, допустим, 11 сантиметров, а от этого до этого получается 10. То есть он не совсем по центру висит рукоятка, получается. То есть, хоть жила идет и по центру, да, вот она по центру идет, но, тем не менее, вот каким-то образом его перетянуло жилами. Вот. Сейчас покажу на свет. Вот так вот он выглядит. Мы взяли, вот именно такой цвет взяли, потому что вот там прожилки, они тоже такого цвета примерно. Вот. В целом, в остальном бубен очень хороший, очень замечательный вообще, по звучанию просто классный. Ну и здесь вот небольшой косячок. Вот. Да. Сейчас на свет лучше посмотреть. Тоже не критичный, но вот в этом месте. Сейчас. Вот, вроде видно. Синенькие пятнышки такие. Вот. Мы не смогли его убрать с кожи. У нас была единственная такая кожа светлая. Именно она. Хорошего качества. Вот. Мы терли и побоялись повредить кожу, и синие пятнышки такие. Они очень-очень-очень незаметные. Они остались. Ну, мое дело сказать все. Вот за все это я скинул 1000 рублей. То есть я готов на это пойти. На большее не готов пойти, потому что очень тяжело давался бубен, трудозатраты большие. Вот. Вот. Все остальное как есть. Он легкий, достаточно легкий. По диаметру, как договаривались. И, соответственно, поехали на звук. Сейчас, как всегда, в комплекте две колотушки, мохнатая и боевая. Сначала руками. Достаточно басовый, вот, даже очень басовый, отличный. Так, и поехали колотушками. Держать можно, у вас ручка если маленькая, держать можно вот так. Я вообще лично, мне вот удобно так держать. Еще удобно вот таким вот образом держать. То есть здесь как он рука ляжет. Ну, рукоять достаточно удобная вообще в плане того, что у нее нет определенного места, как можно ухватиться. Колотушка мохнатая. Обратная сторона колотушки, тоже боевая, она более быстрая.
заканчивать с этим делом, потому что тут можно бесконечно стоять и играть. Вот. Я, конечно, серьезно очень приношу свои извинения, что вот так ручку повело, потому что я вообще перфекционист, мне такие вещи трогают. Ну, если как бы не сильно, но тем не менее, то, что некоторые люди предпочитают прям абсолютную идеальность. Вот, как я. Но тут главное все-таки звук. И звук меня абсолютно устраивает. Боевая клатушка очень скоростная, очень мощная. И этой клатушкой надо не уводить, а выводить из состояния людей. Она больше не углубляет, а, не знаю, по мне больше пробуждает, чем углубляет. Колотушкой по коже деревянной части будьте осторожны, не попадите по кромке. То есть, сюда в принципе разрешается. Ну, желательно, конечно, менять угол, чтобы не сбить кожу, но чтобы вы ее здесь сбили, потребуется очень много времени. Два удара. Основные зоны – это центр, угол и, соответственно, середина ребра. То есть, видите, разница небольшая есть в тональности. Ну, остальное уже, конечно, тут ищите. Вот, собственно, и все. Такой вот интересный бубен. Пока, надеюсь, вам понравился. Слушайте обязательно в наушниках.